Адмирал, подлодка Тампа-Бэй пропала у Кольского полуострова. Сэр, у нас проблема. Я передал 6-му флоту, что вам нужна боевая субмарина. Нам дан приказ войти в воды, которые не пересекала ни одна американская подлодка. Погружаемся. Ура! Россия активно наращивает свою военную мощь. Мы следим за русским президентом и министром обороны Дуровым. Боже мой. Это переворот. Министр предал свою страну. А если освободить президента Захарина? Так спасем русского президента. Нам нужны глаза и уши на земле. Капитан, ждем приказа. Четверо наших парней вытащат главу страны. Нужен кто-то из местных. Я рискую своей командой. Рискую подлодкой. Потому что у меня нет выбора. На кону наше будущее. Если мы не справимся... Вперед, вперед! Начнется Третья мировая. Ты пойдешь под трибунал! Тогда моя задача, чтобы вы выжили и дали показания. Торпеды на подходе! Подлодка готова! Цель захвачена! Оружие готово! 5 секунд, сэр. Огонь! Ну что, развязали войну? Нет. Но, похоже, влипли мы крепко. Боевая готовность. Это военный корабль. Огонь! Сейчас рванет!